было? Да, у нас такой был бонус. Подожди, проверь резисты. Резистами у нас вроде все хорошо. Да, с резистами все нормально. Короче, попробуем мастер. Нет, Тормент 1 я точно не поставлю, ребят. Тормент 1 не надо. Это вайпимся. На мастере можно попробовать. Будешь, уменьшение урона в ближнем бою, может быть. Короче, сейчас будь очень аккуратно. Очень аккуратно сейчас будь. Так, ребят, поменяли сложность, потому что, да, что-то совсем прям легко было. Надо поаккуратней. Сейчас прям вот поаккуратней быть. Стало... У них новых еще не стало? А, может быть, надо посмотреть. Давай проверим, посомневаемся. Да. О, да, стало. Смотри, какая новая штука. Посмотри, этот трезубец тебе как... А, ну ты его смотришь, собственно говоря. Почему у меня другой? А, да, у тебя он другой. Другие, ну, друг, ну шмотки все рандомные. И он у тебя лучше? Давай я тебе куплю, хочешь? Ну, я... У меня тоже ничего. 200, 2400, да. Подожди. Опа-па-па-па-па-па-па. Да ладно, смотри, 2300. Пусть будет, у меня мой. Погоди, а посмотри оба их. Подожди, 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 не спеши. Не спеши, посмотри оба. Вон, я тебе выкинул их. Сейчас, ребят, разберемся немножко со шмотом. Переключили сложность. Так, раз. А, не, фигня, все. Все, фигня, продавай. Давай я тебе отдам. Ну а что, я не копей, они что ли 60 тысяч, я их продам за копейки. За 4420. Нормально, парень. Вообще бизнесмен. Хороший бизнес. За 60 тысяч продает, а потом назад принимает по 4200. Молодец. Повсюду валяются мертвецы. Так, амулет. Амулет. Ну, пойдем попробуем. Денег скинуть коммерсант от бога, да. Ой, погоди, это как? А, я что-то... Не... А где у нас... А, я уже перепутал его с джевелкрафтером. Я думал, где у меня джевел стоит. Так... Геймпад-то заряжен? Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя заряжен? У тебя тоже не заряжен, давай заряжай. Теоретически. Беда. Беда-беда. Так. Все хорошо. Так, ну поехали. Блин, каких котов на ГГ добавили, смотри. Недовольные. Страшные? Да. Современные, ты что там нарисовал? Видишь, не нравится. Говорят, страшные. Но не забавные же эти. Не, ну не такие, недовольные. И бомбочку, смотри, еще нарисовали. Ой. Так, аккуратней. Сейчас нас будут пробивать, я думаю. Сейчас нас должны, по идее, люди пробивать вообще. Не фа... Надо пересмотреть пассивки еще, возможно, будет. А у меня пока устраивает, если меня будут пробивать, я поставлю. Я понял. Да не, я пока сам не смотрел еще, как меня пробивают. Сейчас увидим. Пойдем. Нам туда же. Силер, привет. Не, Bloodborne пока... Bloodborne хочешь проиграть, не? Я, пожалуй, послушаю. Пока послушает. Не, у Катерины просто нет, как бы, столько времени. Нужно зажить, вот, поэтому, наверное, нет. Bloodborne, ребят, стрим будет завтра. Стрим будет завтра, потому что сегодня не получился бы. Полноценный. Точно. Так, ну смотри, тут даже простые мобы, они такие, как бы. Осторожно с паками, тут уже на рожон здесь не стоит, их много. Я помню, именно здесь, как бы, начался вайн, когда мы пришли сюда на марафоне. И ребята предлагали переключить сложность. Вот, именно в третьем акте, когда мы играли с первого. А там условие было такое, что только новые персонажи, соответственно, только шмотки, которые без использования парагонов, только шмотки, которые мы выбиваем, без аукциона, как бы, без всего. То есть то, что, только то, что падает. Вот, и тут уже, как бы, на мастере, да, было нам непросто. Но прошли. Так, там книжка упала. После того, как меня перевели в бастион, дневник Моргана сейчас первый. Именно так, как я иду. Сплошная рутина. Солдаты целыми днями. Вассак говорит, духа на экстрим не хватает. Но у меня времени не хватит просто, Вассак. Поэтому в продакшене сейчас в свободное время от работы у меня только Bloodborne. Но я прибыл сюда с четкой целью.
заработать денег для Анны. Надеюсь, времени точно не хватит. Так, слушай, ну надо вот вместе прям бегать, потому что... Мы ничего не зажгли? Нет, пока ничего не... Мы с тобой сложность переключили, мы ничего не зажгли. Вон, видишь, там внизу они делаются, вот нам туда предстоит спуститься. А потом дойти до горы. Так, я помню точно, что здесь внутри катакомб будут отвратительные беллинги. Вот с ними надо быть аккуратнее. Блин, они реально нехорошие очень. Очень нехорошие. Я не буду этого делать. Ребята, а какая у Крусадера самая полезная абилка по вот спас-абилка в качестве пассивок? То есть вот чтобы играть на хардкоре на высоких торментах. То есть как? Ну, я думаю, так, когда у меня там. Когда прокает сердечко вот это? Ну, возможно. А еще, наверное, когда дается максимальное ХП сразу. Амедеус говорит дальше прям ад. Прям ад. Ну, посмотрим. Не, ну Bloodborne игра очень хорошая. Давненько, давненько так вот так прям не затягивал. Реборн, привет. В Беларуси, говорит, так же валюту меняют, как вот этот тип мне только что продал. Я еще не готов. Предприниматель. Ребята, кто смотрит на Твиче, графика не нравится. Напоминаю, что на Твиче у нас идет энкодинг, там 2 мегабита всего. Поэтому лучше посмотреть на плеере GG. Все ссылочки находятся в useful link у Твича. Вот, не исключен вариант такой, что скоро мы будем переезжать, наверное, на новый Твич, если не удастся договориться по поводу этого. Потому что есть такое... Ой, креветка. Нужно еще время. Есть очень... Это огромное? Да, это огромная креветка. Да, это креветку. Давай ее убьем. Там не туси, там, да, вот в этой самой куче. Надо ее сбросить, ее надо. Но видишь, прицепилась и сбрасывает там туда. Мобов сюда сбрасывает. Десант? Да, типа десант снизу. Так что если будем переезжать на новый Twitch, мы вам сообщим про это. Но мысли уже есть, к сожалению. Как бы, хоть этот Twitch у нас очень давно, там еще с 2011 года. Дата регистрации там 2011 год. Как раз и когда первые стримы по Dark Souls были, это с октября еще. Так, осторожно, тут что-то происходит. Подожди, по-моему, это пак. Электрический заряд вселяет страх. Так, ничего. Та-та-та-та, пол ХП нет практически. Та-та-та. Так, аккуратно. Катерина, давай иди сюда, сейчас умру. Это жесть, я сейчас слушаю, плохо все, очень все плохо. Давай иди ко мне. Они меня феряют, я сейчас меня пол... Нет, они меня феряют. Это невозможно. Осторожно. Очень больно пробивают. Блин, вот это да, это вот уже... Аккуратно. Да. Ты босса отферяла? Я его застанил. Я еще не готов. Так, ребят. Подождите, пока чат не буду читать. Все очень плохо. Мне снесли пол столба за секунду. Блин, вот именно поэтому Хавк тогда начал говорить о том, что надо это все выключать. Но мы справимся. Так, я все бафнул. Не забывай там про это, принципы, там вот это все руны. Меня феранули. Да, я не могу ничего сделать, нафиряет. Во, не упал... Боец кремации, ребят. Так, новый этот самый. Никотинкс, привет. Да, давно не стримили уже вместе с Катей. Она стесняется. Не любит она это дело. Так, погоди. Я тебе могу... А, блин, он двуручный. Одевай. А тебе такой боец кремации подойдет? Посмотри. Я тебе выкину. Ты же у нас двуручки любишь. Пауклов говорит, не надо новый Твич. Фигня, да? А, фигня. Да, я понял. Мы попробуем как-нибудь это организовать. Я написал письмо... Не, не надо. Я написал 2 письма в саппорт. Просто дело в том, что принципиально логины не меняют. Именно логина, да, на Твиче. А так как не хочется сохранять в нике принадлежность к команде Empire, поскольку... Ну, не очень это все здорово. Вот. Так, ты куда пошла одна? Солнце, не надо так бегать, не надо, пожалуйста. Все нормально.
сейчас передохни все же. С первого акта начнем. Я тут поставил, чтобы быстрее качался. Потерпеть можем реально. Не, чемпионы здесь злые. Я реально злые. Слушайте, ребят, а вот кто-то там рассказывал про какой-то... Там сундук, да. Про какой-то сет для Крусадера, зелененький, да, который откатывает вот этот вот джигурду у него. То есть есть такой сет, да? То есть можно использовать много-много раз ее. То есть еще очень быстро. Ой, Лина, ну что ты? Прям... Я прям застеснялся, покраснел. Что ты прям сам получится? Акан называется. Сет Акана фраг. Спасибо, Ами. Спасибо, Амич, фраг. Я не буду этого делать. Амич, а ты за кого играешь? За Крусадера, наверное, да? Не, мне Крусадер тоже нравится. Ну, я просто как-то привык к варвару. Всегда за варвару. Мощь земли. Это блин, хорошая штука. Мощь земли, это, по-моему, очень классная штука, на самом деле. Надо посмотреть ее, эту пассивку. Что-то такое помню сейчас, подожди. Подожди, подожди. Мощь земли. За использование лавин за быстрее. О, а, нет. Это штука, по-моему, пойдем, наверное? Чё, да, пойдем. Не, фигня, не то. Да, пойдем подожжем. Сейчас креветка будет еще. 55% КД от джигурда откатывается под конец действия. Понятно. Нифига себе. То есть всегда, то есть перманентно получается, да, фактически можно находиться под эффектом. И когда я его соберу? Ну, его надо собирать. Он падает, видимо, в этих вот великих порталах. Ами, а где его определенно можно собрать? То есть он вот в рифтах падает, да? Я слышал, ты лучший из лучших. Ами же за всех играет, ачивку уже сделал, всех прокачал. Все Т6 бьют, нифига себе еще. Вот вы лютые парни-то. Все Т6 бегают. И сколько часов потратил? Я за Монг играю. Да и на самом деле, Герс, у меня тоже Монг был. Монг мне нравится, прикольно. Да, Крусад без этого. Ой-ой-ой-ой! Так, зараженный ядом, огненные цепи. Я сейчас умру. Убегай, убегай на коня. Убегай, убегай, убегай. Как нет коня? Блин. Я в цепях там, в стене, не знаю. Блин, сейчас застаню. Убегай. Катенька, убегай, делай что-нибудь. Убегай, просто убегай. Вали, 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 вали. Вали, 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 убегай. Блин, вот это да, я здесь. Блин, не читай, не читай, уходи нафиг от них. Уходи, 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 уходи. Все, конь есть. Ну, конь есть, уходи, по одному надо быть. По одному вытаскиваем. Так, все, по одному. Джигурду, юзай. У меня уже все. Вот это жесть. Все было там потрачено. Понятно. Так, я не могу выйти сейчас. Я тоже закрыт. А конь не выходит из них. Блин, вот дерьмо-то, а. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно, последнего. Сейчас надо что-то на спасобилке придумать. Блин, очень жесткий пак. Чуть не сдохли. У них Fire Chains просто, ты между ними встал, я не знаю, как там ты там выжила просто. Ну, за счет у меня было, блин, я на чат еще смотрел, ёпта, ребят, тут вообще чат смотреть нельзя. Вот это жесть вообще. Я не буду этого делать. Я не буду этого делать. Я сейчас бы заново начал. Так, я пойду пересматривать билд. А что толку-то? Вот это жесть. О, какой кошмар. Ты если стоять будешь, тебе все равно ничего не поможет. С цепями. Цепями прям вообще. Да нет, там цепями просто жестко. Так, подождите. Какой ужас. Так, еще разок. Еще разок. Так, каждая единица затратит не то. Не надо это использовать. Охрана. На 20% принадлежение дальней атаки. Магия в мире. Так. Поставлю-ка я, пожалуй, вот это. Сколько там стало? Побольше стало. Сходи покури. Ой, какой кошмар. Это жесть. Чуть не сдохли, да. Ну что, пойдем дальше или снизим? Да не, ну просто... Надо просто не считать чат, да. Ой, какая жесть была, ребят. Не знаю, может, пассивку вставить какую-нибудь.
стоит сколько за блок хилит? Поставь на хил за блок. Но он стоит. Что стоит. Можно, в принципе, поставить. Какие крусадровые пассивки поставить, ребят? Чтоб так не сбривало. Не, ну можно все поставить. Сейчас скажу. Вот это последнее. Но она тоже на разовую. Поставь эту, на всякий случай. Поставь эту. Не хочу. Не пробивай защиту, значит тебя убьют. Поставь. 5 секунд все. Не чаще, чем все. Ну, не чаще, чем 5 секунд, зато тебя спасет от смерти. Пассивка на ревайв обязательно. Пассивка для двух рук, пассивка на увеличение силы от колва самоцветов. Вон что пишет. Короче, ставь на ревайв и ставь на двух руки. И от колва самоцветов. Но у тебя, по-моему, такой еще нет. Нет, есть. А, вот есть. Трапать синтез, кажется. У меня все стоит, ты что-то. Да, это не решает. Что-то короче, поставь. Поставь на ревайв. Это вот это вот. Да, вот это вот сердечко. Так, а это у тебя что? Да. Блин, тут опасно было. Двуручка, это... Двуручку оставь. Сейчас. Это что такое? Скорость атаки... А, это скорость атаки. Так, а что там у тебя за крестик с хилом? Секунду. Вот это ставь. Мне физический урон на 20%. Это значит магически тоже снижается. Так, а вот это что такое? Да, что такое? Так, показатель брони крестоносца увеличен. Поставь, ну вот, вот этот. Вот эту поставь пока. У тебя на самоцвет, да. Ну, весь получаемый нефизический урон уменьшается на 20%. То есть все, что тебя дамажит, например, магия, огонь там и так далее. И надо, резист надо. Резист надо. А, 300-400 миднайтска. Вот оно что. 300-400, ребят, пишут резистов. А у нас-то сколько? У нас шаутом резист. Блин, это жесть на у самом нас деле. 300 было. Примерно. У нас 300, 400. Да, мы как раз вот на грани идем. Слушай, что мне теперь вообще всю защиту брать? Я не да, все. Не, вставь, значит, сдохнем просто. Ну или пойдем на эксперта сейчас. Ты как сама решай. Нормально же. Хил за блок. Нет, понимаешь, у тебя не 100% блок всегда идет. Там же шанс блок. Я удар основной на блок. Плюс наверняка есть какой-то диминишн к этой обилке. Блин, я бы поставил на самом деле вот эту обилку, вот которая снижает магический урон. С уроном у меня вообще ничего не будет, да? Не то. Вот это поставь, да. Оставь вот эту. Нет, двуручку не снимай, ты хочешь двуручку снять. Не надо снимать двуручку. Ты вот эту замени. Вот на тот вот крестик. Так, а это что такое? Да. Не то вообще, это не стоит ставить. А вот второй ряд пролистай мне, я почитаю. Урон от шипов, на дальше. Время действия, дальше не шипы, крестоносцы увеличиваются от атак. Чего он... Я не успею так быстро читать. Крестоносец не уворачивается от атак, прийти... А, нет, не стоит дальше. Время остановления, священная твердыня. Вот это неплохая штука, но, блин. У тебя блок щита, да, как бы там не очень. Ну, поставь, короче, вот эту на типа суперстишн, как у Вара. Я просто вайпаться не хочу. Так, я себе вообще игнул, конечно, поставлю. Какая? Вот это вот? Оставляй тогда, ёбану, посмотрим. Так, я сейчас себе подумаю, что поставить. Так, у меня стоит... Ну, урон у меня есть вообще ничего. Суперстишн. Оставь, нормально. Самое главное — жить. У тебя и так вот урона дофига. Так, отражаемый урон увеличивается на 50%. Твердость. Слушай, знаешь, что я сейчас возьму? Я сейчас возьму... Так, надо джигурду переделать. Надо джигурду мне переделать. Вот на это, наверное. Так. А сюда, наверное, игнор пейн воткнуть. Что-то мне стрёмно прям было сейчас, реально. Так, при использовании варвара мгновенно восполняет здоровье. Так, на союзников варвара. Вот, короче, игнор пейн на пати у нас будет. У нас будет игнор пейн на пати. Таким варвар затрачивает яростью, восполняя некоторое количество здоровья.
Что, стоит стать на пайте Игнор Пейн? Или нет? Не знаю даже. Ну, пойдем попробуем. Так, а что, с них ничего не упало? А, да, нет, там что-то упало, но мы это не взяли. Короче, сейчас все будет нормально, просто поаккуратней. Что, наверное, так, пусть обязательно берет пил, прыжок, прыжок с руной стяжкой. Будь основной эскейп. Чего-чего? Какой-то прыжок с руной стяжкой. У тебя есть такой? Прыжок с руной стяжкой. У тебя есть прыжок? Прыжок, ну я поняла примерно, о чем это. Это будет escape skill. Типа конь не решает, видимо. Или коня ставить. Ну это вместо джигурда, по-моему. На карате поставь руну пророк, там поспишь. А что за руна пророк такая? Руна пророк. Ну да. Мы почти захватили бастион. Многие из вас уже поедают трупы врагов и упиваются их кровью. Коня и прыжок поставить. Но сейчас не время останавливаться. А, прыжок вместо жимурды, блин. Я хочу, чтобы вы захватили крепость. Так нет, можно же на другую кнопку поставить. Вместе с ее командиром до рассвета. И вскоре весь мир ляжет к нашим. Тогда я попробую еще раз аккуратненько. Так, там я выпалил. Короче, сейчас будет поменьше дамага и по тебе, и по мне, потому что Игнор Пейн есть такая билка, это типа Шилд Вола. Просто на паках нужно быть очень-очень аккуратным. И обязательно постоянно, чтобы на вас резисты все были, шаут на резисты был. Ребят, всем еще раз привет, что-то произошло, короче, сейчас не очень хорошее. Чуть не вайпнулись. Чатик читать это честь для меня. Не стоило. Так, сюда влетело он. Нифига меня продамажило. Чем? Да я глыбой. Жило так, что страшно. Так, аж. Ну, что-то мы пришли, пойдем. Да. Не спеши, только не беги вперед. А, Джигурду ей только с последней руны, которая вместе с смертью фул хп. Вот это, по-моему, такая и стоит, да? Последняя руна. Последняя руна последняя... поставить. Ну, стоит последняя. Да, стоит последняя, да? Все правильно? Все правильно. Во время действия, да, поборник Арарата, все правильно. Ну там нету полного хп. Жигурду только с последней руны, которая ей вместо смерти фул хп дает. Что-то непонятно. Что-то непонятно. Оп. Прыжок, говорят, ОП дамажит. Ну, дамажит. Говорят, круто дамажит прыжок. Ну, я могу вместо молнии поставить, кстати. А если вместо молнии, ребят, прыжок поставить будет нормально? Не знаю, как у них будет кулдаун с бурдой. Один будет кулдаун? Нет, разные кулдауны, разумеется, конечно, разные кулдауны. Да, в разных абилок разные кулдауны. Сейчас давай попробуем тогда вместо молнии поставить прыжок. А как он выглядит вообще? Сейчас поищу. Так. Так, он смотрит. Что-то я не понял, о каком прыжке речь идет. Падающий меч. А, ну давай. Ну давай. А с каким... Бомбардировка? Не, бомбардировка это не то. Это не то. Это то, что было у нас только что. Так. И чё, но он уже не направленно прыгает. Он просто прыгает. При приземлении... Подожди, а с какой руной? Так. Рунеч, привет. Это Катя, познакомься. Так, крестоносец обрушивается на землю, вызывая признанных соратников. Вот это что ли? Суслика, напиши, пожалуйста, какой руну использовать прыжок? Суд называется, да? Суд? А, суд. Ну, да. Суд же прыжок называется. Если они, если мы правильно, нет, ребят, поняли. Это вкладка. Ласт руны у прыжка вроде это стяжка. Ее надо, чтобы она убегала, пока крипы стягиваются. Чего? Стяжка. Там, что там написано, почитай. Это же правильно прыжок тот? Наверное, да. Тот. Ну, пролистай в конец. Стяжка, говорят. Ускорение. А, в смысле, руну этих? Да, вот тут вот. Вихрь ста... Да, ну даже нет, тут не то. Дай я прочитаю, что написано. Не, вот в конец, да.
Так, в точке приземления кристаллов появляется... А, вихрь клинков, который увлекает за собой... Вот, вот, вот это надо. Ненадолго вводит их в строй. То есть ты прыгаешь, они там крутятся, короче, ты убегаешь. Прикольная штука, да. Давай, ставь. 25 единиц, 30 секунд. Ну... А рарные крипы горят не стоят. Короче, попробуй, попробуй. Вот. Марвин говорит, говно, говорит, какой там совет. Так, ребят, не надо, все хорошо, суслик пытается помочь. Понимаешь, я просто из-за стены убежать не могу. Где конь, Медеус пишет, конь на увеличение действия, провокация, конь на увеличение действия, провокация, СЛПХ, защита с пробеганием, принцип доблести с уменьшением ресурс коста и все, до конца игры можете не менять. Подожди, подожди, а Медеус, он правильно все пишет, он на самом деле умный. Так. Конь на увеличение действия. А у тебя конь какой стоит? Был на увеличение. Я сейчас поменяла, чтобы разбрасывал, чтобы хоть что-то делал. Я в стенах ничего не могла сделать. А ты... Погоди, я а также он... за стенкой стояла. А он стены, бы, он стены бы не разбросал. Это он же Валера. Он хотя бы от себя может только надо разбросать, если меня кто-то там домашний рядом. Если я сама не могу на этом коне никуда уйти. Что-то меня Варс сам-то порвал. Не знаю, нервничает. Безобразие какое-то. Так. Ну так на что ты коня-то поставил? На разбрасывать сам первый. Блин, по-моему... Ну ладно, ну пойдем попробуем. Аккуратно, короче, аккуратно. А Вулса да нет, валидол никто не принесет. Ай-ай-ай. Ой, у меня какие-то стрёмные фаланги. Стрёмные фаланги? Типа защитники. Что-то не вяло. Слушай, защитники... А, погоди, фалангу пацаны говорили надо поставить... Ну поставь какую-нибудь там другую, ладно. Блин, понимаешь, мастер, он заставляет по-другому человека смотреть на игру. Я тебе говорю, тут совершенно все по-другому. Можно сдохнуть, реально. Вот чуть не сдохли. Ой, опять паки. Тихо, тихо, что за пак? Урон отражает прислужник. Так, если что, идем обратно. Ну, а это, в общем, не очень сильный пак, по идее. Так, под рефлектом, когда не бей их. О, секрет, уходи. Секрет, убегай. Катенька, убегай. Секрет. Осторожно. Я не нервный, я просто переживаю. Первый акт сейчас будет опять. Ой-ой-ой. Тихо. Так, засранец, да, как пробивает больно. Нет, те больно пробивали из-за этого. Блин, они стягивают еще. Я Ignore Pain заставал. Desecrate. Ignore Pain падает сейчас, уже все упал, не было. Аккуратно. Нет, тот пак был очень жесткий. Там были валеры еще с фаерчейнсами. Ой, там вообще такая жесть была. Что-то мне теперь в итоге вообще все наказать. Все нормально, все нормально. Динамика положительная, все хорошо. Самое главное, что мы живем. Видишь, сейчас скажу, Ignore Pain на тебя кастует. У тебя же есть игнор? Вон, Ignore Pain на тебя тикает. Он тебя поэтому не пробивает теперь. Так, нет, потому что все сделали правильно. Так, а на что у тебя принцип стоит? Принцип на что стоит? На скорость. А фаланга правильно стоит? Нет, фалангу еще поставлю. Так, сейчас. Я не паникер, Slayer Sun, все хорошо. Просто видишь, ситуация была неприятная очень. А вон, смотри, еще один этот самый огонек. Кто? Огонек наверху. А, сейчас. Я вставлю, что там более 30 секунд. Что? Ты не будешь использовать суд? Прыжок, да, что-то у меня. Не хочешь? У меня в итоге постоянно все на кулдауне, ничего не надо. Блин, я не знаю, что делать. Ну ладно, хорошо, смотри сама. Нужно время. Если что, конь. Конь есть, если что, ну ладно. Почему я здесь один? Так, поехали, поехали. Так, там креветка опять. Все, зажгли. Это 4 из 5 было. У этих выродков нет шансов. Не, ну по крайней мере мы теперь боимся. По крайней мере ты теперь поняла, что такое чемпионский пак. Потому что на эксперте там реально это не понять. То есть вот на мастере уже чувствуется, что когда сжимается все внутри. Это да, это стрёмно. Когда ты видишь, что хп персонажа неумолимо убывает просто. И ты ничего не можешь с ним поделать. Пам-пам-пам. Но зато интересно. Интересно? Mm-hmm. Интересно. Так.
Так, 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 так. Что-то там у меня. Так, вот так нормально, да, вот у нас тут. Чё? Один остался, да. Нужно еще время. Паки чемпионов никто не убивает, их просто пробегает неубивно. А, понятно. То есть убивает только боссов, да? Ну вот Ами нас сейчас всему научит. Я просто не в курсе современных веяний. Ами все расскажет. Так, тихо, что это? Дон, привет. Всем привет. Максим пришел. Привет, Макс. Помоги нам справиться с демонами. Блин, может мне ревенж поставить на отхил? Ревенж бы зарешал, только вместо чего? Вместо вот этого, наверное. Я еще не готов. Да, ревенж можно попробовать поставить. Хилиться ревенжем. Так, давайте, наверное, ревенж поставим на отхил вместо топота. Вместо топота. Сейчас. Катерина, подожди, пожалуйста. Мне сейчас надо немножко перекинуться. За счет у меня тут все, я чувствую, будет плохо, реально. У меня вар не хилится сам как должен. Так, значит, мы берем вот это и меняем на ревенж. Что там? Пак? Ой, осторожно, осторожно, он может причинить боль. Огромный Голгогор. Голгор, да, огромный просто. Так, постой. Подожди, не спеши, мне надо переставить. Так, сила сверх... Овер-пауэр, да, же ведь? Или как кобылка называть? Блин, русская версия, беда вообще. Вообще беда. Беда вообще сплошная. Сейчас попробую перекинуть эту тему. Так, а как же называлось? А, отомщение. Вот оно что. Злоба, провокация. Провокация, злоба. Так. А, вот это вот. Короче, вот этим вот попробуем. Отмщение, да. Да, родители приехали, ребят. Там пойдем? Чего? Костер пойдем? Куда? Наверх пойдем. Я еще не готов. Родители приехали, с котом помогают. Котик сегодня у нас, честно говоря, что-то прям... Кот у нас заболел. Беда. Сегодня батя с ним ездил в ветеринарку, вот сейчас сидит. Сделали капельницу, 4 укола поставили. Как сказал врач, ну завтра снова, как бы надо будет с ним ехать. Поскольку сами не можем, попросили папу. Чё? Ну да, он что-то там прям... Надеемся, что все будет хорошо с котом. Трепыхайся сколько хочешь. Опухший? Камень души не кормит. Все равно. Не знаю. Будет моим. Ну может просто, как бы я сейчас участвую в соревнованиях, как и в прошлом году. Поэтому возможно. На массе. Ну с котом, короче, сказали что-то с почками. Сказали что-то с почками, поэтому... Ну, мы видели наши коты. Как пойдет. Ну вообще сейчас оживился. Ну сейчас он... Ой, осторожно, осторожно, назад. Ой-ой-ой. А, давай их здесь держать. Здесь держать. Не бегай, не бегай дальше. Ой-ой-ой. Осторожно, не бегай дальше. Прям здесь убьем. Вот они вот не будут посылать. Не будут. Стой так, чтобы тебя не задевал этот яд. Вот не ходи никуда. Вот так и стоим.
Отходим, отходим, отходим. Взрыв, бабах, бабах. Отходим. Также поднимаем. У меня джейл встает. Поэтому как бы... Ой-ой-ой-ой. Взрыв, взрыв. Катя, взрыв. Пол хп нет у тебя, а? Беда. Так, ты там нормально? Пак прям сразу вообще. Не, Юникорникс, я не опушу. Просто пушаю сейчас побольше, чем обычно. Ну и из-за креатива, наверное, просто вода задерживается. Такое бывает. Так, стоп, у меня какая-то штука упала. Тебе ничего не падает. Посмотри на эти плечи. У котов беда с почками от сухого корма. Блин, Кир, мы кормим с профилактикой как раз. С профилактикой, да, мочи каменные, видишь, не знаю, котик. Два дня не кушал. Ничего. Короче, не очень здорово, но надеемся, что... Ну, ему уже 15 лет. Вот он такой немолодой. Так, а ты где? Блин, а у тебя конь свет, что ли, меняет в зависимости от луны? Ну, конечно. Сейчас ты должен сейчас. Понятно. Он работает, но я не вижу. Цвет поменять. Ты же говорил, что тебе нравится, как нарисовано. А, или не нравится уже? В смысле, сама игра? Но сама игра. Погоди, давай все оббегаем. Подожди, не спеши. Уринарий? Не, не даем. Даже не знаем, что это такое, Сальвадор. Нам выписали там кучу лекарств. Поэтому будем кота лечить. Будем кота лечить. Ну, у нас как бы кот и кошка, да, только вот. Все? Да, все, пошли. Не, Сильвадор, не даем, надо записать. А напиши, пожалуйста, в личку на ГГ. Это лекарство, это да. Слава небесам, постараюсь завтра у врача узнать, надо, не надо. Осталось всего четверо, а подкрепления пока не видать. Так, тут аккуратнее надо быть. А через этот туман невозможно разобрать, что там внизу происходит. Так, к нам гости пожаловали. Капитан, это ивент. Эти уроды из преисподней снова полезли. Что нам делать? Давай аккуратно, поехали. Рядовой. Это не чемпионы, ты поэтому надо... Не понял, можно для чего тебе нужен меч? Не особо аккуратничать, не особо юзать кулдауны. Сражайтесь до последней капли крови! Ой, угроза опять, ё-моё. Живёшь, всё хорошо? Дарторт, привет. Объемник заработал. Держитесь, ребята. Скоро прибудет подкрепление. Так, нам еще надо держаться. Это еще, это он только так это. Вон, 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 смотри, идут. Это к нам идут. Это демоны. Демоны. Готовьтесь. Демоны, осторожно. Так, там с боссом воин ада, Дракус. Тебя вот сейчас как пробивает? Нормально? Никак не пробивает. Раньше тебя бьет. Но я вообще просто жму Ignore Pain по кулдауну. На тебя он тоже действует. Ignore Pain на пати тут действует обязательно. Мы победили! Так. Если бы не ты, мы бы все погибли. Это честь для меня. А, это корм для профилактики. Вообще завтра спроси, он расскажет, какую применять, и забудешь, что такое мочекаменная болезнь у котов. Кто это для профилактики? Ну, у нас тоже для профилактики вообще. У нас... Про план для профилактики у нас, да. Вроде тоже, как бы, сказали, хороший корм. Ой, смотри-ка, там что-то упало, постой. Блин, тоже двуручка на двери. Блин, одни двуручки падают, где одна ручка? Ну, девчонка-то. Ну, посмотри вот ее. Бывает с камушком. Ну, посмотри обе. Не, у тебя лучше, да. Да, у тебя обратно. Я понял, да, Ликюрон, я понял. Спасибо, ребят, попробуем что-нибудь придумать. Заберешь? Не, дизайн. Ну, я уже скинул. А, ну давай, заберу. У меня гоблин, зараза, забирает все. Я не знаю, кольцо надо заменять, конечно. Гоблин. Это честь для меня. Сражаться но с тобой богом. Хуже, к сожалению. Подожди, а я его... А куда я его дел? Ты его разобрал. Я его, наверное, забрал. Вот я паразит, я кольцо разобрал. Ну ладно. Че, вот эта штука длинная, сходим? Да, а, нет, там нет. Ну давай сходим аккуратно. Да там нет, по-моему, ничего. Да, здесь нет ничего.
Дон, да, наверное, это нормально. Так, стой. Ты где? Я где? Пошла обратно? На стрелочку я пошла. Нашла книжку. А, иду, да, иду. Мои прислужники. Безумец, убивший моего брата Белиала. Так, шалбаха. Теперь намеревается помочь гарнизону осажденной крепости. Он привел с собой девчонку. Кто тут больно пробивает? Которая способна уничтожить всех нас. Но я не Белиал. Он был слаб. Ой, пак. С рефлектом не вижу, что. Мортирщики. Блин, давай под них пойдем. Под них пойдем, ничего страшного не будет, давай, убьем. Самое главное, чтобы они нас не выпалили далеко. Нужно еще время. Все хорошо будет, давай. Просто бьем вот одного какого-нибудь. Так, там еще мелочи, что-то целая гора. Рядышком. Так, Игнор Пейн пошел, если что. Так, вот этого бьем, он в углу стоит как раз. Сейчас полный рак у него всадим, все, что есть. Нужно время. Еще бы. Так, рефлект у них. Что, пробивает? Кто? А там паков много. Под мортирами не стоим. Сейчас я прожму. Прожал. Блин, я убежать не могу. Ой, ё, что это ярость. Такое? Что-то больно прям. Прям больно пробивает вообще. Ну, как-нибудь способил поставить меня. Типа на убегание, типа прыжка что-нибудь или типа спринта. Может, кто-нибудь застанет за этих? Проблема в том, что не могу застанить. Возможно, нужно поставить что-то на стан опять. Чтобы побольше контроля было. Ну тогда у нас не будет шалфа. Что? Угол зажать, я не знаю, где его зажать. Сейчас. Да зажмем, вот же угол. У меня Фрэнзи станет, но у меня больше этого топа-то нет, я убрал его. Я его поменял на Ревенж. У меня кочерга упала, аскетическая кочерга. Ой, перевод отличный просто вообще. Аскетическая кочерга, что это так там демон меня бьет? Падший пехотинец. Так, тоже двуручка, да? Блин, а почему падает только двуручки? Ребят, что за безобразие? Слушай, посмотри, пожалуйста, по-моему, тебе она может понравиться. Я, правда, не знаю, но, по-моему, понравится может. Мила, привет! Я. Еще раз всем здравствуй, да? Он там лежит, да, повыше. Не, фигня. Блин, у тебя все, топор у тебя очень крутой. Ой, у меня все, я пошла в город. Давай, пойдем вместе. Так. Так, а где у нас кузнец-то здесь? Теперь сигнальные огни горят, но хотя сейчас нам нужно, нам придется. Блин, нам сейчас там будет идти дальше. Сигнальные огни подожгли. Так, разбор, починка. Так, а что у меня за чест? Давайте посмотрим. А у тебя что за чест? Старый какой-то чест. Ермак, на самом деле нет, Ермак. Тут, Сереж, привет. Тут был такой неприятный случай очень. Да, ребята нам посоветовали мастера поставить. Мы поставили мастера и чуть не обмастерились совсем. Поэтому не... Совсем прям нет. Слушай, у меня есть... Блин, какой краб? Нет, ничего нет у меня. Не на что заменить. Что такое-то? Ну, хорошие. И два таких камня у него. Да. Можно поставь. Блин, да, крутые будут. Крутые. Только вытащи. Uh-huh. Вытащи, да, и поставь. Я вот думаю сейчас камень поставить вот эту штуку. У меня, может, он есть. Сейчас придумаем что-нибудь. Так, Джевел у нас где? Джевел у нас вот здесь. Всем еще раз здравствуйте. Так, инкрустация. У меня два маркиза есть. Два маркиза есть.
Так, два маркиза. О, да, вот это уже тоже хорошо. Венка, ну что-то. 62 ко всем сопротивлениям, нормально. Так, 265. Слушай, ну да, нормально. Сколько там ко всем-то теперь? Сколько у тебя ко всем, посмотри? А ты две, а ты два вставила? Я еще, ну да, я еще у меня сейчас про 400 стало, но у тебя сейчас, наверное, больше. О, слушай, я могу заменить. Ой, я могу выучить. Учи. Учи, да, учи. Да пофигу, потом все равно все выучишь. Не важно, что учить. Так, извлечь. Давайте-ка вот это извлечем, ребят. Сейчас подумаем, как поставить. Так, есть портки. Есть портки вот такие. Я думаю, надо их переделать будет сейчас. Там брони, конечно, побольше. Вот в эти портки. Так, сделать вот так. Во! Так, и сколько в итоге получилось? Должно быть посерьезнее уже что-то. Ну да, стало нормально. Плюс шаут. Ну, в общем, я думаю, живем. Пока живем. Котик, ну, блин, надо сходить посмотреть, что там. Что там как ворчит. Так. Так, я все разобрал. Ты хотел туда вставить вот эти вот большие. По-любому. И щит, наверное, тоже. Блин. Че, нету? У тебя есть такой один комп? Сейчас посмотрю, большой, да? Безупречный. Сейчас гляну. Нет, к сожалению, нет вообще. Не падло. Безупречный. А, ты хочешь вот такой вот? Да хоть два забирай. Один. Два выбросил, забирай два. Один. Ну потом, ну возьми один, выкини, господи. Так, после 60-го дамаг хп мобов растут нелинейно до 70-го. Самое случае повышенной сложности. Зато как на 70-м берешь через час полтора, уровень за инфа распокойно. Но учитывая, что на консоли есть бак с сейвами, где получаешь имбо-статы. Так, я один. Ну, Ермак, мы же не используем всего этого, поэтому. Да. А, ну хорошо. Ну да, как бы обузить это не очень хорошо. Играем честно. Вот, чуть не сдохли тут. Поэтому так вот. Так, а что-то нам кузнец хочет рассказать интересное. Подать катапульты. Нам будет сложно, если... Так, броня, броня, броня. Броня, броня. А я пока... А, не могу крафтить уже. Вполне. А у меня какой 61-й, да? Что-то смысла не вижу менять одно на другое. Шило намыло. Так, у меня белых нет вообще. Слушай, а шапку надо заменить бы, да, что-то шапка 60-й, 61-й, может одну скрафтить. Так, что там еще было? Сюда. Так, ну шапка получше упала. Шапка упала получше. Смотри, какой рогатый стол. О, гляди. Коровка. Турен. Так, это мы разбираем. Где у нас кузнец? Вот стоит, он, где я стою. Сколько игра стоит? Нет, не 4К. Игра стоит... Мы брали за 3... С чем? За 3 4,99. Но мы брали одну игру на двоих, поэтому... Потратили только на одну. Слушай, мне щит надо крафтить какой-то. А ты можешь какой-нибудь щит скрафтить? Катюш, посмотри, тебя пожалуйста. Тебя что-нибудь, чтобы ты сам крафтил на себя надо. Вот такого ты можешь мне отсыпать? Такого вот, еще у меня нет. Вот такого нет? А посмотри в этих материалах. Сейчас разберу. Так, правильно говорят, сними кольцо, потом хуже будет. Блин, сними кольцо. Ну давай, с гоблином снять, да? Ура! Кате не нравится этот гоблин, он подозрительный. Я хихикаю. Ну я снял его. Так, я кольцо метелицы одел. Что там тебе надо? Блин, я не знаю, что мне делать. Кольцо, короче, я его... А, слушай, ну, есть, наверное. Сколько тебе надо? Ну, выкини сколько-нибудь, штук 20. Чудило, привет. Так. Снять кольцо. 20? Сколько надо точно?
Давай 30. Я про это писал более часа назад. Ну да. Давай-ка его разберем вообще, это кольцо нафиг. В недрах Черной горы. А то страшно просто. Так, броня. Ну что, нам отсыпали. Можно что-нибудь покрафтить. Так, 61-й. Что у нас там слабенькое? Это 61-й. Это у нас 61-й. Это у нас вроде как что 61-й. Так, ну... Можем шлем попробовать скрафтить. А, у меня не хватает вот таких вот штук. 25-30. Вот таких вот кусочков непонятно чего. Какой-то, не знаю, похоже на коросту. Слушай, ну, в принципе, норм. 1000, 219 тысяч. Ну, 60-х ладно. А ты 60-х хотел делать? Да я хотел 61-й сделать. А, у тебя 61-й есть? Да. Нет, ты учил что-то? Я что-то выучил у него сейчас, да. Я у него выучил, обучение прошел. Ты штуки берешь? А мне упало одно. А. Мне упало одно. Так, погоди-ка секунду. Требуется 61-й. Сейчас я что-нибудь еще поучу. Так. Ну, топор можно, например, сделать. Как вариант. Топор же лучше, чем Mighty Weapon, да? Так, что у нас там еще есть? Давайте, наверное, возьмем... Ну, ничего, ничего, ничего. Редкая мощь. Так, это Mighty Weapon. Мейса. Да, Мейсу возьмем. Ты учишь, что? Да, да, да. Там же просто деньги. Да, просто за деньги, просто один раз только требуется эта штука. Так, это... Ого! На 70-й крафты. Крафты на 70-й есть уже. Яхонтовый наш. Это что-то... А ты до 12-го прокачала? Молодец. Ага. Молодец. Так, ну давайте возьмем щит, наверное. Потом возьмем... Щит, потом возьмем вот это... Потом. Нет, топор что-то я не очень хочу. Редкий меч можно попробовать. Так, это что такое? Редкое мощное оружие. Mighty Weapon, опять же. Ты все равно все сделать ничего не будешь. Я знаю, я просто хочу 12-го качнуть хотя бы, как у тебя. У меня нет 12-го. У тебя был 12-й. Нет? У меня. 10-й. 10-й? Да, если что. Понятно. А у тебя 12-й был у Джевела, что ли? Ну, видимо, да. О, превосходное кольцо, например. Крутой кузнец. Все, я, короче, ура. Я теперь крутым кузнецом стал. Качни, что ли? О, у тебя нету бутылки. А, я был. Джуф, привет. Синий блондинка. Да, был такой. Или там первый Диабло тоже. Помните, как переводили там? Тоже своеобразно весьма. Ну что, пойдем дальше? Попробуем. Так, а сколько у нас времени? У нас осталось 15 минут стрима. Ты не устала? Хочу, кушать хочешь? Ну, подожди. Ну, хорошо. Кушать уже хотим, ребят. Надо кушать. Не забывать. Пойдем попробуем. А сколько у тебя ДПС? Покажи, пожалуйста. О, понятно. 95 против 61. Ух. Так творог, Олег, творог. Катерина тоже у нас занимается спортом. Вот, поэтому творожок к зинчику можно, да? Ой, что-то я куда пошла. А ты куда пошла-то? Ты одна, что ли, пошла? Без меня, да? Ну, вот не надо так делать. Давай вместе. Stick together. Ты где? Я приду к тебе сейчас, я приду давай к тебе. Давай туда пойдем. Давай. Туда пойдем или туда? Куда? Туда пойдем? Или пойдем наверх? Куда пойдем-то? Ну, там что-то больше, вон сверху. Ну ладно, попробуем. А мы можем обойти? Ну, какая разница? Так, кипящее масло на голову. Так,
Книжка. Мы можем туда. Сегодня капитан выглядел хмурым. Куда хотели, наверное, прошлой ночью. Нам оттуда другие придем. Нет, туда они нет. Они что-то знают, но да. Нам не говорят. Ну, давай, веди. Да. Давай, 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 пойдем. Может, пойдем. Зря я сюда перевелся. Определенно зря. Карьеру строить в таком месте не стоит. Определенно зря он сюда перевелся. Ой, что это? Креветка вылезла, что ли? Нет. Не знаю, что это было. Под ногами пол разрушился. Почему вторую руку возьму? Страшно очень. Блин, а ты можешь скрафтить щит какой-нибудь? Прямо сейчас? Не, не сейчас. Ты чу-чу-чу-чу, осторожно назад. Ты видал? Выпей бутылку. Давай подождем, я не знаю, что это было. Ну как ты не умеешь пить бутылки, Ладин? Пить бутылки, я не знаю, что... Я никогда не пила их. Это жесть была какая-то. Ничего хорошего это не было. Можешь скрафтить щит мне какой-нибудь? Или да, я пойду, посмотрю, мне щит реально. У меня все рецепты на 60 уровень. У меня, вот, понимаешь, у меня щит не на 60 уровень. Это проблема большая. Так, нужен щит. Вот. Вот. Не очень хороший щит. Так, у меня. Блин. Это вот. Ты выучил рецепты на... Вот это хороший щит. А то я бегаю с каким-то куском двери. Или забор, или я не знаю, что это такое. Все, вот теперь у меня нормальный щит. Более или менее вообще. Нормальный. Все. Уф, превосходное. Слушай, превосходное кольцо на 70-й. Ты все равно нечем. Все? Пойдем, пойдем. Ну, ты видишь, я себе щит хотя бы сделал нормальный. У меня щит был, это крышка от кастрюли. От перекатов смысл, ну, эстетический, можно рушить всяко. Ну, так на самом деле прикольно катается, не более. Стоечка. Гоблина нет, заметь, никто не смеется теперь. Пойдем наверх попробуем. А я вообще не слышу. А, ты же, да, ты же. Ой-ой-ой, пак, 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 пак. Назад, назад, осторожно, осторожно. Бахнул все. Все, бафнул все нам. Давай, убиваем. Они со щитом, аккуратненько. В плаги не стоим, выходим из плаги. Нужно еще время. Все нормально, фул ХП. Да, да, да. Ну, встань плохо, уйдем, да, все правильно. Это как нам всегда так делать. Если плохо, то надо уходить. Не стоит быть там, где плохо, ой-ой-ой. Что там упало? Блин, мне упали какие-то наплечники. Подожди, сейчас посмотрю. Мне... Дай-ка тебе их отдам. Смотри, какие. Еще и мусор сбрасываешь. Не, не, подожди, подожди. Нормальные, четкие. Блин, 77 ко всем. Слушай, я одену. Я, короче, наверное, одену их. Ничего не понятно. Проверь вот эти. Я, короче, одел, да. Не хочу рисковать. А, ну не стоит их тафтосами... Нет, тафтосы мало не надо делать. У тебя лучше. Ну, уже лучше. Ну, у тебя силы лучше, как больше, слушай, лучше больше. Ну, посмотри, сколько на твоих брони. Ну, блин, очень, очень, минус очень много тафтнеса. Не стоит, Катя. Майкет, я стримлю Bloodborne. У нас там специфически очень своя атмосферная, скажем так, атмосферная задача очень. Это будет завтра. Вот сегодня стрима под Bloodborne точно не будет. И скоро уже закругляться будем, потому что сидим уже так. 7 часов. Надо отдыхать. Завтра работать. Надо отдыхать. Ой, осторожно, не подходи туда. Что случилось? А, завтра работать. Надо напоминать. Пойдем, пойдем, пойдем. Только не сдавайтесь, братья! Нудные стены, да, вот эти вообще так нудные, чистенько достаточно. Что мы сейчас делаем, Тович? А мы сейчас, сейчас тебе скажу, что мы делаем. Поднять катапульт, мы еще не одну. Поднять катапульт, одну из трех, да. Ну, ноль из трех, точнее. А что, мы пропустили, что-то? Да нет, вон она впереди, смотри, вон она впереди, видишь? Вот мы сейчас к ней идем. Ты куда пошла-то? Я смотрю. Она впереди. Пам-пам-пам.
ножками. Ну что, поднимаем? Готово? Там, ну давай. А, это ты зажёг свои огни? Арчан, да привет. Нет, не перестал. Не перестал, продолжим. Просто как бы работал, во-первых, но не было времени. А сейчас вот на выходных тоже времени особо не было. Сегодня, видишь, решили вместе постримить. Что бывает крайне редко. Просто очень редко. Второй раз за месяц. Че, да, бьем их. Надо ждать просто, они сейчас будут нам мешаться. Уже энкаунтер пошел, по-моему, да? Поднимает же. Не знаю. Что мы должны что-то делать? Не, погоди. Надо нажать, по-моему, где-то здесь на что-то. Ну что же, ладно. По-моему, нет. Погоди. 0 из 3, да, странно. А что она не едет-то? Это она, да? Она должна вот здесь вот въезжать. Надо то ли с кем-то пообщаться, то ли еще что-то сделать. Сейчас разберемся. О, пум-пум-пум-пум. Так, ребята, а что сделать-то надо? Что-то я... А ты там одна, да? Это большая, грозная, прям варовский тир 6, тир 3, то есть классика. Один из самых красивых сетов, наверное, в World of Warcraft. Так, а что мы здесь делаем? Мы лутаем сундуки, да? Надо освободить солдату двери дальше, пишет Киван. Пойдемте освободим солдат. Угу. Сейчас. Тенкетсу, привет. Сейчас пойдем. Ты куда? О, ты там одна, что ли? Бешеная. Я думал, там пак. Тут здесь ничего нет. Пойдем. Там надо... Ребята говорят, дальше пройти, там надо освободить. Пум-пум-пум. Давай, я тебя жду. Один не пойду. Отлично! А, все. Теперь надо защищать их, пока они поднимают катапульту. Все, защищаем. Защитите рекрутов. Так, бахнул Алъеном. Ну, с ним в любом случае ничего не приключится. Пойдем. Где они хотя бы? Они вроде по идее. Вот они, смотри, поднимаются так. Вот видишь, то они раз, два, три. Сейчас отсюда полезут. Давай долго. Мне нужна ярость. Аккуратненько. Что-то они там прессуют его вообще жестко. В уголке. Нет, не потратил пока. Пока у меня все есть. У меня пока все есть. Нужна ярость. Блин, ну тот пак, конечно, жесткий был, да, там неприятно. Да. Они говорят, что мы обратили его в бегство. Ну тут вот они, то есть. Так, ну что, все, наверное? Все. Давай закругляться потихоньку. Завтра, наверное, поиграем. Че, давай хотя бы поднимем две их. Две еще? Mm-hmm. Ну, пойдем поднимем еще две. Но это надолго. Теперь, когда горят, ты дал нам на... Ну, пойдем. Пойдем поднимем еще две. Лео Галант, а как же так? А D3 же был на консолях, Diablo был же на консолях, на самом-то деле. Мало кто помнит, на PS1 был Diablo. Нормально, но, правда, он был, ярости. Честно говоря, конечно. Играл я в него тогда. Был он не очень. Там минут 10.
Ну давайте минут 10, значит минут 10. Так, а ты где? Я. Ты там сзади что-то книжки лутаешь, видимо, да, какие-то? Что? Да не, я думаю, что, ребят, как бы. Мне нужна ярость. Я-то изначально вообще был противником, наверное, больше играть в Diablo, потому что представляю себе, что это такое. Парагоны вряд ли пойдут. Ну хотя, если Катя захочет, почему нет? Если на это время будет. Если время будет, видите? То есть будет время, будет парагон. Времени не будет, парагонов не будет. Разведчики докладывают, что эти проклятые изрыгатели демонов могут напасть в любую минуту. Это креветки, это проклятые минуту. Изрыгатели демонов. Защищай солдат! Чем больше людей поднимают платформу, тем быстрее... Так, а сколько у нас там? Максимум 3, по-моему, поднимать могут жить. Раз, два, три. Вот они прибежали. А где третий? Долги закрываются. Не, ну долги-то как бы они соло должны закрываться. Там долги-то они не по... не по коопстриму, ни в коем случае. В долгах у нас Peace Walker. В долгах у нас... я уж не хочу вспоминать по совсем там старые какие-то вещи типа Хитмана. Если будет время когда-нибудь. Сейчас в текущий момент, конечно, Bloodborne надо. Ребята говорят, не пройду. Но посмотрим. Будем пытаться. Так, я джигурду пройду. О, господи, сколько же их там. Очень много. 26 убитых. Что такое? Все. Все, мы справимся. Теперь они уберутся в страхе туда, откуда выползли. Все. Мы справились. Спасибо за вновь. Так, у нас осталась еще одна. Да. Трайн. Ермак, на самом деле мы думали постримить сегодня Трайн. А, вместе Трайн постримить. Ну, давайте сделаем голосовалку потом. Если на следующих выходных получится у нас, может быть. Вакарина, если ты в чат, пускай ребята проголосуют, что как бы хотели бы посмотреть в рамках стримов. Стримов по выходным, наверное. Трайн или Диабло? Трайн-то такая она. Забавная игрушка. Я бы сам не играл тоже. Мы в нее, кстати, с тех пор так и не играли. У нас там осталось. Helldivers еще прикольная игра. Мы в нее тоже не. Мы в Dead Nation еще играем иногда. Но Dead Nation нас что-то встал. Dead Nation тоже прикольная игра. Трайн второй, Complete Story, который. Мы его начали. 1 марта в него играли. Fable 3. Ну, второй, наверное, сейчас будет. Fable 3, да, второй. Ну, в первый Fable я там начинал и ставил его, потому что что-то как-то по голосовалке он не понравился. Да, я один начинал. Ну, конечно, один. Давай, последний катапульт. Ты здесь один? Так. Да, я здесь один, черт подери. Но он один будет поднимать. Так, а нам, по-моему, надо... Один? А ты уже начал? Да, я начал уже, беги ко мне. Брателло один, где она? Тут сильно пробивает. Зайду. Шутбол. Вас темп прожал. Я не настолько силен, чтобы DS2 в коопе. Пожалуйста, намекни моему знакомому, что мне нужна его... Теребонька периодически эту штуку вот эту вот. Когда X появляется, прям теребонька ее, да. Ага, вот так. Вот. Подбегай к ней, или я буду. Ну там опять есть. Недостаточно ярости. Да-да-да-да, им помогать надо ему просто. Он не справляется, он один здесь, одни остальные все убежали. Дорогая катапульта, я не настолько силен, чтобы поднять тебя в одиночку. Дорогая катапульта, он с катапультой разговаривает. Знакомому, что мне нужна его помощь, черт бы его подрал. Спасибо, Саш, большое. Ругается. Ругается, да, ругается. Я помогаю по возможности. Блин, нам в таймер уложиться надо. А, таймер в любом случае уложишься. Это же подъем катапульта. Ах, прости. Я думал, ты явился сюда, чтобы помочь мне. Так он тролль. Причем он сам не крутит, смотри. Он сам стоит, просто болтает, он не крутит ее. Нужна ярость. Нужна ярость.
все, подняли. Уф. Все, да. Окей. Готово. Я обещал капитану Хайле, что буду держать себя в руках. Сделай одолжение. Не говори ему, что я покрикивал на тебя. Покрикивал. Так, Peacewalker придумал S5, да, обязательно. Сейчас посмотрим, что у нас там. Голосовалка Вакарин сделал. Понятно, все. Ладно, посмотрим, пойдет. Так, ладно, что, все? Все? Все. Ну, мы подняли катапульт. Ты ж кушать хотел. Угу. Кушать? Ну, давай. Ладно, ребят, будем закругляться тогда на сегодня. Спасибо огромное, что пришли, не ожидали. Что вообще понравится? Хотя не знаю. Пишите, понравилось, не понравилось. Надеюсь, что понравилось. Спасибо тем, кто сегодня поддерживал там. Было очень приятно. Да он там болтает что-то, да. Азмодан недоволен. Недоволен вообще никак. А, то есть он просто пришел? Ермак, что случилось? Васакч, спасибо, что приходите. Да, снайпер, тебе тоже привет. И, да, наверное, уже пока. Так, Metroid 2, кажется, в копень. Поинтереснее будет, чем D3 смотреть. Очень круто играть, смотреть. Так, я понял. Давай, Макс. Я надеюсь, что... Ну, да, увидимся. Увидимся. Давайте, будем закругляться уже. Ну, все. Все? Да, да, все. Пока-пока. Всем пока. Есть хочешь? Сейчас будем есть. Тоже хочу кушать. Все, давайте, ребят, пока. Я тоже трейн поиграл. Трейн? Поиграем там, давай. Если время будет.